Молитвы одной недостаточно. Вы хотите бесценный дар от Бога, а всего лишь хотите помолиться. Этого недостаточно. Молитва – это один из инструментов, которым нужно будет пользоваться. Если мы говорим конкретно о молитве, это скоропослушница перед иконой Божьей Матери, помощница в родах. Там, если мы говорим о святых, Матронушка, допустим, Богоотецкие Мианы. Но молитва – это недостаточно. Надо где-то даже порой образ жизни свой поменять. Нужно исповедаться и причащаться, каяться в своих грехах, соединиться с Господом. Это относительно духовно, и я буквально три слова сказал. На самом деле гораздо все больше. Здесь также есть физиологический момент, психологический момент, обиды. И, ну, вообще каждую историю нужно индивидуально рассматривать. Если вам интересно, я делал часовой вебинар. Чаще всего в шапке профиля у меня есть топлинк, это такая кликабельная ссылка, как виртуальная визитка. В этой визитке есть кликабельный баннер «Хочу детей, дети, дар Божий». Рекомендую посмотреть, очень интересный вебинар получился, и там по многим моментам все было разжевано. Есть, слава Богу, уже отзывы, трое написали, что ваш вебинар был очень полезен. Вот мы начали делать, что вы в нем рекомендовали, и у нас мы двое беременны, одни уже родили.